Проверяешь дворники, да, Максим? Как быстро сломается? Идет тест дворников. Машины проверим по полной программе. Сейчас проходит тест поворотников. Тест Максидота. Новое поколение шкодоводов проверяет старые машины. Если так проверять дальше, к его совершеннолетию, возможно, ничего работать уже не будет. Ну, как говорится, посмотрим. Все заснимем, все покажем. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А Максим дальше продолжает тестировать Шкоду. Максим, пибикни. Все, молодец. Хватит. Утро же. Что говоришь, Максим? Ветерок хочешь? Так вот же включается ветерок. Это называется вентиляция, Максим. Да? Да, вентиляция. Вот это вот больше, обдув, вот это меньше. Тебе как больше нравится? Больше нравится? Да. Ну-ка проверь. Нет, смотри, вот, что вот так вот. Вот это, чтобы в лицо дуло, смотри вот. Все, пошел обдув. Все, все, это максимум. Смотри, картинка, вот так ветерок дует. Нравится машина, Максим? Уменьши, тут совсем жарко. Вот для тех людей, кто говорит, что Шкода холодная машина, уже душно. Конечно, 9 градусов на улице, но мы только сели в машину. И уже даже жарко. Куда столько? Ну, конечно, Максим, куда ты 27 градусов ты сделал? 20 градусов надо. Ну, а чтобы по полной дуло надо, да? Аварийку не надо включать. Так, 20 прохладно, вот так. Уменьшу. Все равно, по максимуму надо все, да? Вот видите, мы тестим машину по максимуму во всех режимах. Максим, жарко так будет.